Всем привет, ребята, всем привет, с вами Ахумплей. В общем-то, ну и сегодня мы продолжим выживать в этом мире, в этом городе, да. Ну, по многочисленным просьбам мы решили все-таки заснять выживание бомжа дальше. Ну вот, кстати, перед началом этого ролика хотел бы вам порекомендовать один канал. Снимает очень классно по Minecraft, Brawl Stars и так далее. Ну, в общем-то, ссылочка будет в описании, переходите. А мы начинаем. Так. Вот. Сегодня важный день, я наконец-то открыл вроде как бизнес, но еще не открыл. Ну да, вроде все есть, все готово. Сейчас почему я в инвентаре кастрюля поставлю ее сюда. Так, возьму сэндвич с курицей с собой. Какой-нибудь вот этот напиток. И обязательно ножик беру. Ну, еще рублей 500 возьму. Так, ну, собственно, пойдемте. Так, ключи мне не нужны. У меня дверь здесь стальная. Кстати, о, здесь в подъезде окна поменяли. Они теперь вот такие, типа, крутые, они открываются. Так, ладно. Пойдемте тогда покажу вам свой бизнес. В прошлой серии я говорил то, что собираюсь открыть бизнес. Вот сегодня я его построил. Вон уже видите здание, наверное. Вот, арендовал здание, открыл там бизнес. Ну, давайте я сначала зайду на свою старую работу. Хотя ладно, сейчас покажу вам сначала бизнес, потом зайду на старую работу. Так, здесь у меня, собственно, вот такой вот логотип с топориком, или там молоток, неважно. Тут у меня два рыцаря таких, банкомат обязательно. Такие вот крутые стеклянные двери, окошки под цвет стен. Вот так заходишь здесь. Что это? Походу, строители забыли. Топор какой-то, ладно. Так, здесь у меня, собственно, мебель. Да, я решил открыть магазин мебели. Ну, здесь у меня, вот, собственно, ну, продаются всякие вкусняшки там и так далее. Касса вот такая. Вот садишься вот сюда вот. Все, как? Вот садишься и работаешь там, обслуживаешь клиентов и так далее. Потом, ну, здесь вот у меня есть вот такая вот, типа, кабинета. Здесь у меня, конечно, места маловато, но... Так вот, достаточно уютно. Картотека здесь. Всякие, видите? Здесь вот коробка стоит вместо окна. Окно я выбил. Так, ладно. Пойдемте на старую работу зайдем. Я, конечно, уже, наверное, опаздываю. Но разве мне не все равно? У меня уже свой бизнес есть. Я уже, наверное, скоро уволюсь отсюда. И буду чисто свой бизнес вести. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на работе пьете, что ли? Я не понял. Горе случилось. Какое? Так. От габазины потом узнаете. Ну ладно. Так. Так. Ладно, потом узнаю. Так, банку я выкину здесь. В принципе, чего бы и нет. А, и еще, и еще. А там вас. Там вас ОСББ вызывал. А зачем? За новостью тоже. Да что, у всех какие-то новости с утра вообще. Только проснулся он. Вот вам топорик в подарок. Я его, правда, в стол немножко воткнул, но. Вот, на сегодня как раз пригодится. На сегодняшний вечер. Спасибо. В смысле? Не за мной, кто надеюсь? Узнает. Нет. О, кухня. Как я давно здесь не был. У меня уже еда дома кончается. А можно вопросик, а почему в холодильнике ничего нету? Завоза нету. Обанкротились. Как так? Ну, ладно, ну, в принципе, я свой бизнес открыл. Так, ну, я вот это тогда у вас заберу.
Сейчас штраф выпишу. Это моё. Ну да, это моё. Теперь. Это я с дома притащила. А это не важно. О, тут ещё на улице шкаф есть. Пустите меня, пожалуйста, на кухню. Так, что я тут ничего по шкафчикам не забыл. Так, ага, воду можно включить. Так, кстати, я посуду забыл помыть. Ну, сейчас надо помыть посуду. Я, конечно, это не особо аккуратно делаю. Я все-таки повар, а не посудомойщик. Там, по-моему, что-то разбилось. Ну ладно. А, да, я вот мне тут... там птичка нашептала, я что морков. У вас там свой бизнес мебель. А, да, так, это я тоже заберу. У вас есть там детские вещи? А, вроде были. Я сам еще не помню, я только открылся. Так, о, моя книжка. Потому что мне нужны детские кроватки и игрушки. Ага, понятно. Так, книжку я свою заберу. Так, ну, в принципе, чай я тоже заберу свой. Он все-таки редкий, там, элитный чайный набор все-таки. Так, еще вот ящики мы. Так, опа, ящики забрал. Что-то подлагивает как-то. Ну ладно. Так, получается... Так. А у этого кафе есть директор? Мне интересно. Да, я. А, тяжелый случай. Ладно, это я тоже заберу. И это тоже. Ай! Все, понял, ухожу. Вот вам бутылка и до свидания. А, я в двери застрял. Я к вам сегодня в магазин за мебелью еще зайду. А, хорошо. Так, подождите. Все, я все свои вещи забрал. А стоп, я в шкафчике ничего не забыл. Там у вас ничего и не было. А. Сейф не трогают. Ничего себе там, обанкротились, говорите. Сейф не трогают. Обанкротились, говорите. Не трогать. Вы шо? Не трогайте. Идите с моего сейфа. Обанкротились, говорите, да? Деньги. Я возьму пару стаков, вы не против? Ай, понял. Понял, ухожу. А, я в стуле застрял. Так, ладно, пойду. А, уже вечер, что ли? Так быстро? Я только все свои вещи из кафе забрал, ладно. Пойду в свой этот магазинчик мебели. Посижу там, отдохну. Так, оба. О, здесь классно прям. Такая атмосфера. Так, ты кто? Я не помню, чтобы он здесь был, но... Ну ладно, пусть сидит. Так, это кто? Ладно, я эти фигурки не заказывал, но ладно. А, здравствуйте, да. Зачем вы пришли? Я консультант. Короче, надо будет консультантов на работу нанять, а то... Один пока что работал. Я за детскими вещами пришла. За детскими вещами? Какие именно? Одежда, там, не знаю, игрушки? Коляски, кроватки, игрушки. Так, ну вот коляска у нас есть. Так. Сколько? Узнаете на кассе. Ценники пока что не завезли. Так, тумбочки. Тумбочки вам нужны? Куда вы делись? Да, вот это вот. А какая именно из двух? Это вот розовая. Ага, понял. Ой. А вторая сломалась, ну ладно. Потом новую закажу. Что это было? Я у вас еще нашла вот эту вот такую вот детскую кроватку. О. Я не помню, что я ее заказывал, но да, вот есть у нас в ассортименте такое. Так. Получается, что еще вам надо? Солнечные очки не желаете приобрести? Уточка. Ага. Спереди это выглядит странно. Красивая. Ладно, вот это, да, вам надо? Где? Да, так. И, пожалуйста, розовую и голубую кровать. Ага, две, да?
Так, вот эти две, да. Угу. Так, так, надо будет еще тележки, а то они немножко тяжелые эти кровать. Так, выкладывайте, короче, Я все. еще возьму у вас вот такую вот тумбочку для мальчиков с игрушкой. Выкладывайте все вот на кассу, я пробью все это. Так, сейчас сесть как-то. Нам не выкладывай. Так как мне сесть на этот стул? Ладно, так посижу. Все, я все выложу. Ага, так, сколько? Две, три, а, О, две. еще пылесос, подождите. А, еще пылесос, хорошо. Так, Сейчас, подождите. них. Сейчас я еще что-то посмотрю. Ладно. Так, я пока посижу Все, здесь. вот пылесос и обручальное кольцо. Так, да что я не могу на этот стул сесть никак? О, наконец. Ага, пылесос и кольцо. Какой-то странный у вас набор, но ладно. Так, Я же говорю, потом узнаете. так, кольцо это какое сейчас, как профессиональный оценщик скажу. Так, ну здесь бриллиант. Так, оно достаточно дорогое. Так, получится. Так, получится две кровати. Одна маленькая кровать, коробка с игрушками, коляска. Еще одна коробка с игрушками. А, стоп. А, одна коробка с игрушками у вас, да? Две. А, две, хорошо. Так, две коробки с игрушками, утка. А, это плюшевая курица. Ну ладно. Так, Что это пылесос утка? и кольцо, получается. С вас 5500. У нас пока что скидки действуют. А у вас тут немного больше. Больше где-то Извините. на 4500. Можно, Тогда пожалуйста, дайте какие-то. мне те 5000, я вам сейчас дам еще 500. Так, вот, держите. Ага. Хорошо, спасибо. Так, ну и, Товары. собственно, вот ваши товары, хотя, ну, если не хотите, можете не забирать. Я, в принципе, не заставляю. Ну вот ваши товары, в принципе, заходите еще. А, кстати, не хотите приобрести там какую-нибудь кока-колу, туалетной бумаги, не знаю, шоколадку, Пока что нет. солнечные очки, шампанское. У нас тут экстренная ситуация. Ну ладно. Так. Кстати, вы когда освобождаетесь? Я освобождаюсь, вот буквально сейчас надо будет пару документов заполнить в этом. В кабинет пойду. Хорошо. Вы когда освободитесь, быстро бегите во двор, там такое. Хорошо. Так, телевизор новый здесь. Если бы это не испортило как бы экономику магазина, то я половину вещей себе домой забрал. Ну ладно, так. Хотя нет, мне сейчас документы заполнять надо. Так. Ну, денег я сегодня заработал. Так, Здесь я вроде все уже заполнил. А, вот, я их сюда положил. Все, так, положу их сюда. Короче, вот сюда положу. Ладно. Надо заполнить бы их. А, так я тут все заполнил, можно сказать. Ладно, тогда. Да заполняю уже завтра, сегодня уже поздно, вон, ночь. Как-то, конечно, быстро время летит, но ладно. Вроде только был бомжом, а уже даже богатый немного. Так, может мне еще открыть какой-нибудь винный магазин вот тут напротив? Надо будет подумать. Кстати, напишите, ребята, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Я могу открыть какой-нибудь винный магазин. С него, кстати, будет неплохая прибыль. Так, ага. Так, здравствуйте. Что тут происходит? Что тут все столпились? Вот. А что она плачет? Что происходит? Идите Ладно. у них спросить. Кого? Я ничего не понимаю. Ладно, так. Кого получится? Ага.
Так, Василий, ты что скажешь? Ага. Так, ну, понятно. Так, а ты? Да, слышал новости. А, какая программа? Собираем, чё? Ага. Так, список. Список, а чё он сказал, я не услышал. На чё собираете этот список? Почему к нам собирается приехать программа «Беременна в 16»? Ага. К Насте. Ага. А мы не хотим, чтобы ее снимали. Поэтому мы собираемся их всех отгонять. Но я тоже не хочу, чтобы они собрали здесь, потому что все замусорят здесь, да и спать не дадут. Поэтому у бабы Зины нужно взять оружие. А разве по этому поводу не к Васе надо идти? Не? Нет. А, ну ладно. Но у меня, в принципе, есть нож боевой. Нож вам не поможет. У меня там еще монтировка есть, бандитская маска, но это не важно, короче. Так, ну я, в принципе, тоже против, поэтому... Хома. Все, я тоже против. Так, сейчас я схожу за этим, за экипировкой, так сказать. Немного кривой тут подъезд. О, с чем тут окно? Ладно. Так, возможно, железная дверь. А, так. Да куда-то еще не сюда ложил, случайно, нет? Нет, не сюда. Так, тут тоже ничего. Вот у меня есть вот это. Куда-то маска, правда, моя пропала. Да, я точно помню, была маска. Но она куда-то пропала. Еще какая-то книжка. А. Вот куда пропал этот? Как он там назывался? Маска моя. Она у меня была, но она куда-то делась. Почему? Вот куда? Так, вот это надо в холодильник поставить. Так, ладно, пойду. Я вообще не понимаю, что тут происходит у них, но ладно. Так, ну в принципе лом нормально пойдет. Так, что происходит? Стойте! А что происходит? Что надо делать? Пока что ждать. А, ждать, хорошо. Так, понятно, а чего мы ждем? Ладно. Так. Ну. Я думаю, может, это уже будем в следующей серии все спрашивать. Ну, короче. Будем отбиваться, короче, в следующей серии, наверное, увидим все это. Ну, а пока что тогда... Давай. Всем пока, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.